И я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Стили разъединяют людей, потому что у каждого есть собственная доктрина. И потом эта доктрина становится Евангелием, который нельзя изменить. Но если у тебя нет стиля, если ты просто говоришь, вот я, простой человек, как мне выразить себя целиком и полностью? Тогда ты не создашь стиля. Потому что стиль — это кристаллизация, то есть процесс постоянного роста. Когда ты бьешь, вот так, слегка наклоняясь вперед, надеюсь, я не выпаду из кадра, ты должен бить со всей силы, очень резко, вкладывая в это всю свою энергию, делая свое тело оружием, настоящим оружием. Для меня. Конечная цель кунг-фу в том, чтобы честно выразить себя. Это очень трудно сделать. Мне ничего не стоит устроить шоу, задать всем жару, создать вокруг себя такой ореол и чувствовать себя крутым. Или я могу проделывать фальшивые трюки, ослеплять ими, или демонстрировать всякие затейливые движения. Но по-настоящему выразить себя, не лгать себе и честно выразить себя, вот это, друг мой, очень трудно. В наши дни нельзя просто ходить по улицам, раздавая пинки и тумаки. Потому что, сами понимаете, отношение к такому человеку очевидно, каким бы положительным он ни был. Но, несмотря на свое утверждение, Брюс Ли был одним из первых, кто демонстрировал боевые искусства в современных декорациях.